взятки и их поощрение. Уголовное дело по таким статьям направило Бюро по борьбе с коррупцией в Генеральную прокуратуру. В качестве обвиняемых отстранен от исполнения обязанностей президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. Официально КНАП не разглашает имен обвиняемых, указывая только, что это должностное лицо Банка Латвии и физическое лицо. Кроме того, к сообщению КНАП приложил инфографику, в ней нет обозначений. Но из нее выходит, что дело связано с Траста Коммерсбанка. В феврале этого года Илмара Римшевича задержали. У него дома и на рабочем месте проведены обыски. Параллельно был задержан и бизнесмен Марис Мартинсонс. Обоих позже отпустили. Римшевичу запрещено приближаться к конкретным людям, выполнять рабочие обязанности и выезжать из страны. На свободу он вышел под залог в 100 тысяч евро. Такая сумма фигурирует и в деле. По крайней мере, столько требовал один из обвиняемых.